Всем привет, меня зовут Рима, и сегодня будем плести конфетное кольцо из бисера. И для плетения кольца из бисера я буду использовать бисер 10 размера, 4 цветов в пастельных тонах. Леску диаметр 0,22 мм. Отрезаем 90 сантиметров лески. Теперь на один конец лески набираем 5 бисеринок первого цвета. У меня это желтый. И опускаем вниз. На один конец лески набираем одну желтую бисеринку. И вторым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест. Затем складываем концы лески пополам. И затягиваем на середине лески. Затем на каждый конец лески набираем по 2 бисеринки второго цвета, у меня это зеленый, и опускаем вниз. На один конец лески набираем одну зеленую бисеринку и вторым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест и затягиваем. Снова на каждый конец лески набираем по 2 бисеринки, но уже третьего цвета, у меня это персиковый, и опускаем вниз. Теперь на один конец лески набираем одну персиково-оранжевую бисеринку и вторым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест и затягиваем. Теперь на каждый конец лески набираем по 2 бисеринки четвертого цвета, у меня это розовый, и опускаем вниз. На один конец лески набираем одну розовую бисеринку и вторым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест и затягиваем. И далее начинаем снова чередовать. Начинаю, добавляю желтый, потом зеленый, затем оранжевый и розовый. Цвета бисера вы можете использовать, не обязательно брать 4 цвета, вы можете взять как один, так неограниченное количество. И продолжаем так плести до необходимой длины колечка. После того, как сплели необходимую длину для кольца из бисера, заканчиваем плетение добавлением на правый конец лески одну бисеринку следующего цвета, у меня это розовый, и на левый конец лески набираем 2 бисеринки тоже розового цвета. Теперь правый конец мы прячем, он нам не понадобится пока что, и левым концом складываем кольцо пополам. Так. И левым концом лески продеваем в самую верхнюю желтую бисеринку. И затягиваем. Теперь на один конец лески набираем одну розовую бисеринку и вторым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест и затягиваем. И плести будем вниз. Разделяем каждый конец лески на правую сторону и на левую соответственно. Правый конец лески прячем и левым концом лески продеваем в рядом стоящую желтую бисеринку. И затягиваем. Один конец лески и второй. Также разделяем на правую сторону и на левую сторону. Теперь на правый конец лески набираем 3 бисеринки розового цвета и опускаем вниз. Затем на один конец лески набираем одну розовую бисеринку и вторым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест и затягиваем. Теперь снова правый конец лески прячем и левым концом лески продеваем в следующую желтую бисеринку затягиваем
И затем продеваем в следующую зеленую бисеринку. И снова затягиваем. Теперь берем каждый конец лески и тянем вверх. Теперь на правый конец лески набираем 2 бисеринки желтого цвета и опускаем вниз. На один конец лески набираем 1 желтую бисеринку и вторым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест и затягиваем. Снова правый конец прячем и левым концом продеваем в следующую зеленую бисеринку. Затягиваем. Затем продеваем в следующую оранжевую бисеринку. И снова затягиваем. Теперь берем каждый конец лески и тянем вверх. Таким образом затягиваем. Теперь на правый конец лески набираем 2 бисеринки зеленого цвета и опускаем вниз. На один конец лески набираем 1 зеленую бисеринку и вторым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест и затягиваем. Снова правый конец лески прячем и левым концом лески продеваем в следующую оранжевую бисеринку. Затягиваем. И в следующую розовую бисеринку. И затягиваем. Теперь каждый конец лески тянем вверх. На правый конец лески набираем 2 оранжевые бисеринки и опускаем вниз. Теперь на один конец лески набираем 1 оранжевую бисеринку и вторым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест и затягиваем. Снова прячем правый конец лески и левым концом продеваем в следующую розовую бисеринку. Затягиваем и в следующую желтую бисеринку. Так, и затягиваем. Каждый конец лески тянем вверх и так плетем до конца по кругу, добавляя на правый конец лески 2 бисеринки, чередуя цвета тем самым. Получается, следующий цвет у меня будет розовый, затем желтый, зеленый, оранжевый и так далее до самого конца. Да, добавляем на каждый, на правый конец лески 2 бисеринки, затем на один конец лески 1 бисеринку, продели вторым концом лески, затянули, затем продели в следующую бисеринку этого же цвета, желтого, например, и затем следующую бисеринку зеленого. И так до конца. И еще после того, как добавили бисеринки, теперь нам необходимо левым концом продеть последующие 2 бисеринки. Если вдруг этот процесс немножко сложен, либо конец лески задевает близстоящие бисеринки, то можно чуть согнуть украшение и спокойно продеть в первую бисеринку, затем следующую. И во вторую. И теперь спокойно затянули 2 конца лески и готово. Это будет очень проще и легче, если вы, например, не используете иглы. То просто сгибаете, где вам необходимо, и получается быстрый и легкий доступ к бисеринке. И можно легко, без проблем продеть.
И после того, как доплели до конца, правый конец лески мы прячем и левым концом лески продеваем в оранжевую бисеринку, затем в следующую розовую и в следующую верхнюю розовую бисеринку. Так, для этого я сгибаю и прохожу сначала в оранжевую бисеринку рядом, затягиваю, затем в следующую розовую бисеринку. Снова затягиваю. Так. Следующую розовую бисеринку. И затягиваем. Теперь на левый конец лески набираем одну оранжевую бисеринку и опускаем вниз. Затем на один конец лески набираем одну оранжевую бисеринку и вторым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест и затягиваем. И теперь левый конец лески придерживаем и правым концом продеваем в зеленую бисеринку. И затягиваем. И далее снова разделяем концы лески на правую и левую стороны и снова будем плести не по часовой стрелке, а от часовой стрелки и будем набирать зеленый цвет. Данные кружочки, если так можно их назвать, они получаются по диагонали. Немножко по такой диагонали. И поэтому следующий будет зеленый цвет, затем оранжевый, розовый, желтый, зеленый и так далее по кругу до конца. На правый конец лески набираем 3 бисеринки зеленого цвета и опускаем вниз. Затем на один конец лески набираем одну зеленую бисеринку и вторым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест и затягиваем. Снова правый конец прячем и левым концом лески продеваем в следующую оранжевую бисеринку. Затягиваем и в следующую розовую бисеринку. И снова затягиваем. Теперь каждый конец лески тянем вверх. На правый конец лески набираем 2 бисеринки оранжевого цвета и опускаем вниз. Затем на один конец лески набираем одну оранжевую бисеринку и вторым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест и затягиваем. Снова правый конец лески прячем и левым концом лески продеваем в следующую розовую бисеринку. Затягиваем и в следующую желтую бисеринку. И снова затягиваем. Теперь каждый конец лески тянем вверх. На правый конец лески набираем 2 бисеринки розового цвета и опускаем вниз. Затем на один конец лески набираем одну розовую бисеринку и вторым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест и затягиваем. И опять же, правый конец прячем и левым концом продеваем в следующую желтую бисеринку и в следующую зеленую бисеринку. И так плетем до конца по кругу. И здесь затягиваем 2 конца. Хорошо, очень затягиваем.
и плетем по кругу до самого конца, чередуя цвета. Следующий у меня будет желтый, затем зеленый, оранжевый, розовый и так далее по кругу. И после того, как доплели до конца, правый конец лески прячем и левым концом лески продеваем сначала в желтую бисеринку, затем в зеленую и в следующую зеленую бисеринку. Так, сначала в желтую затягиваем, затем в зеленую затягиваем и в следующую зеленую. И затягиваем. Хорошо тянем в каждый конец лески. Затем на один конец лески набираем одну желтую бисеринку и опускаем вниз. Теперь на один конец лески набираем одну желтую бисеринку и вторым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест и затягиваем. Теперь нам осталось всего лишь завязать. И для этого я возьму левый конец лески и продену обратно по часовой стрелке во все бисеринки. Сначала в желтую, затем в две зеленые, затем в желтую и в розовую. Потяните за каждый конец лески и завязываем на 2-3 узелка. Лишние концы лески обрезаем. Опаливаем зажигалкой или спичками каждый конец лески. И колечко готово. Всем спасибо за просмотр. Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Я с радостью на них отвечу. И как всегда, на этом я с вами не прощаюсь.